送给小烟，还给小烟了。本次纪念活动是由俄罗斯国际人文合作署驻华代表处、北京俄罗斯文化中心主办，同时得到了俄罗斯军事历史学会。Я рад возможности принять участие в торжественном собрании, посвященном 75-й годовщине окончания Второй мировой войны и победы китайского народа в войне сопротивления Японии. Эта дата имеет особое значение для народов России и Китая, ведь мы одержали общую победу. 1937 по 1941 год сюда было поставлено значительное количество вооружений, боеприпасов. Направлено более 3600 советских добровольцев, военных советников, летчиков, технических специалистов. Более 200 из них в те годы погибли на китайской земле. В тот период СССР был единственным государством, которое оказывало сражающему Китаю реальную помощь в борьбе с японской агрессией. Тилюхин, 就是马格尔方一起先生，他当时是。